подавно. Солнце уже скрылось, но поплотнее запахнулся в плащ. Ускорил шаг, она ждала его. Только герой мог спасти ее. Высокой стати, джентльмен до кончика кусок. Он шагал по пронизывающему музыку дождя, похоже на тень. Страшненький принцессу не подарит. А какой герой здесь принцесса? Подождите, подождите. Получите. Простой деревенский парень. Не без шарма, конечно. Ну подумаешь, силач. А тоже мне гора мышц. Нет, 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 такие тоже не покорят. Ни принцессу, никого не леди. Леди с мечом или без? Вряд ли. Нам возьмем простого деревенского парня, да? Простой или нет? Лучше такой, немножечко мускулистый, высокий. Ну, нет. Да, чтобы был симпатичный, чтобы в обтяжечку все было. Трико, обтяжечку? Трико нам поможет! Ой, тоже мне пигмалион. Не для тебя моя роза цвела. Может, поменяем приоритеты? Пусть героиня будет девушка. Супермен в юбке. Или без. Юбки? Леди с мечом? Тогда пикапера 80-го уровня не жить. Послушай, я ее вижу женственный и милый, с маленькой такой изюминкой. Ну, точно! А ваша мать не ест! А ты с изюмом не переборщила? О! Ах, так! Чудесная изюминка! Да какая прелесть! Опа! Вас зажигает девушка, по-любому! Ну, знаете ли, больше никаких женщин. Мне нужен герой. Единственный, неповторимый. Мечта, а не мужик. Сейчас изобразим героя, любимец дам, обвешан оружием и в классных сапогах. О боже, какой мужчина! Герой, как тебя зовут? Настя! Закатились! И толку от тебя! Да такого, что нас покинул родненький! Да как же ж мы без тебя? Теперь нам поможет разве что чудо! Без паники! Существует одна легенда про волшебный девайс. Способны якобы указать на то, что ищешь. Ага, GPS навигатор зовется. Добрый день, я представитель фирмы «Центр». Наши ножи высокого качества, а еще у нас действуют скидки. О, ребята, так вот же уметь! Здоровенные! Ага. И как? Так. Thank you.
стыд, страх – это свобода. Править, суть освобождать. Противоречие – истина. На этих правдах держится мир. Я – единственный герой, способный на это. Я – Калифорной Гоку, никто не способен устоять. Я одену в нее манулов, и котики захватят мир. Армия моя, восстань! Боже мой, мы вас везде ищем. Что? Что? Бессонные котики, форма ваших звездочками. Кстати, пожалуйте на примерочку. Ну, наконец-то, ТПшечка! Опять это ненормальное. А я говорю, нельзя снимать офис рядом с психушкой. Так как же он работает? Ой-ой, так, что-то ох, кажется, меня осенило, ребята. Герой, он в каждом из нас. В это понятие мы вмещаем что-то свое. Кто-то отстоял километры и километры очереди, чтобы попасть сюда. А кто-то переписывал сценарий 134 раза. Респект ему и валерьяночки побольше. А кто-то шел сам себе костюм. Но кто-то делал самое важное. Выбирал место, чтобы всех нас собрать. Организовывал любые мелочи. Заслушивал сотни и сотни бредовых идей, пытаясь найти жемчужину жену. Именно здесь и именно сейчас, в этот чудесный праздник, я не могу.